Юй Лунтао нефритовый персик дракона производит в провинции Юннань. Чайные листья свернуты в форме бутона, который при заваривании превращается в прекрасную хризантему. Юй Лунтао считается самым красивым китайским чаем. При заваривании получается настой с нежным цветочным ароматом и мягким вкусом. Для приготовления возьмите прозрачный чайник и налейте в него воды температурой от 70 до 80 градусов Цельсия. После этого опустите в воду чайные шарики. Одного будет вполне достаточно на 150 мл. Любуйтесь тем, как распускается необычный цветок в вашем чайнике. Можно заваривать несколько раз.